Божественное пенальти. Многие лето выращивал Господь свою любовь в моей душе. Одним солнечным летним утром пригласил меня на футбол. Хоть я и равнодушна к этому виду спорта, да и к спорту вообще, решила пойти за компанию, ну и чтобы не огорчать и порадовать другого. В какой-то момент матча судья назначил пенальти одной из команд. Гол пронеслось над всеми трибунами. Я тоже влила свой голос всеобщего и ликования. В тот же момент я почувствовала, как что-то вырвалось из моей груди. Мощным фаерболом Господь забросил свою любовь в твои ворота. А и Господь, оказывается, футболист в душе. Божественное пенальти.